Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим кабачки в духовке. Но кабачки у нас будут не обычные, а на шпажках. Кабачки как шашлычки. Очень вкусное блюдо на обед или ужин. Для приготовления нам понадобится один средний кабачок. Он у меня завесил 450 грамм. Кабачок очищаем, разрезаем напополам и нарезаем на тонкие пластинки. Делать это можно любым удобным для вас способом. Я делаю просто обычным ножом. Также это можно сделать с помощью овощечистки. В общей сложности у меня получилось 12 вот таких пластинок. Каждую пластинку солим. Соль хорошо втираем руками и отставляем. Пусть наши кабачки немножко постоят и станут мягче. И пока займемся мясом. У меня куриное филе. Филе курицы тоже нарезаем на тонкие пластинки. Возможно, пластинки получатся не совсем одинаковые, но ничего страшного. Курицу нужно слегка отбить. Я это делаю просто вот так ножом. Можно отбить молотком под пищевой пленкой. Перекладываем ее в тарелку, солим, перчим и добавляем любимые специи. У меня это базилик и сушеный чеснок. Также я добавляю немного растительного масла, все тщательно перемешиваю и отставляю мясо промариноваться. Пока я занималась мясом, кабачки у меня уже стали мягче, я их обдала сверху кипятком. Можно попробовать свернуть один, если получается вот такой аккуратный рулетик и ничего не ломается, значит мы сделали все правильно. Можно продолжать дальше готовить наши вкусные шашлычки на шпажках из кабачков. Приготовим соус. Для этого смешиваем томатное пюре солим, перчим, добавляем немного паприки, выдавливаем 2 зубчика чеснока и все хорошо перемешиваем. Наш соус готов. Подготавливаем шпажки, их нужно залить горячей водой и оставить минут на 15. Это нужно для того, чтобы они у нас не подгорели в духовке. Все готово, собираем наши шашлычки. Кабачки смазываем подготовленным соусом из томатного пюре. Сверху выкладываем филе курицы. Кусочки курицы стараемся подбирать соразмерно, чтобы они подходили под пластинки из кабачков. И затем аккуратно, как можно плотнее, сворачиваем вот такой рулетик. Посмотрите, какая красота получается. И таким же способом продолжаем заворачивать оставшиеся рулетики. А пока я занимаюсь рулетиками, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Новые видео выходят регулярно во вторник и пятницу. Затем каждый рулетик аккуратно надеваем на шпажку. Также между рулетиками я прокладываю один помидорчик черри. Таким же способом надеваем на шпажки оставшиеся рулетики, чередуя их с помидорчиками черри. Кабачки с курицей выкладываем на противень. Сверху немного их смазываем растительным маслом и убираем в духовку на 35-40 минут. Выпекаем до золотистой корочки и до готовности куриного филе. Вы только посмотрите, как красиво и аппетитно у нас получилось. Это замечательное блюдо из кабачков, которое прекрасно подойдет на легкий ужин или обед. Подаем их с зеленью, с листьями салата. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.